Всем привет! Вы на канале Кукушова, а мы на рыбалке. Мы, это я, это Димас, это Леонид, он сейчас за камерой, и Вован. Но оказывается, чтобы дождаться Вована, нужно дождаться посадки солнца за горизонт. Ну, то есть полного заката. Я об этом не знал, поэтому думал, что он присоединится к нам в обед. Но вы видите, только он это сделает, когда потемнеет. В общем, видео с рыбалки будет только завтра. Сегодня мы просто тут опробовали дно, примерно как что, какой длина заброса, глубина, бровка. Короче, так, чтобы наметить, а утром будет просто жесткая рыбалка. Ну, или не будет. Короче, все увидите. Товарищи, до завтра. Я сниму. Давай. Вот так. Давай я. Погиби аккуратно. Вова, аккуратно же, видишь. Ты вверх поднимайся, фидер. Во. Нету? Кажется, отцепилась, да. Ох, дождь, похоже, будет жесткий. Да, да, пусто. Не-не, отцепилась. Жалко. Так, Леонидус наконец-то дождался поклевки. Кстати, Вова, подса хватай. Вот так у нас лагерь выглядит. Как вы понимаете, у нас вообще рыбалка не наклевывалась. И здесь первая поклевка нормальная. Леня наш профессиональный рыбак, он единственный пока ловит. Ух ты! Дима, посмотри, Дима! Сорвался! Сильно протянул! Ты что начал в конце-то? Обалдеть! Я такого вообще не видел! Он просто килограмма два! Обалдеть, Леня! Зачем в конце-то рвать начал? Наоборот, я когда большого вижу, знаешь, что делаю? Медленно, да. В натяг держишь и медленно. И еще лучше фрикцион. Все, ладно, нормально. Красавчик все равно. Короче, у нас прямо уловом может похвастаться только Леня. Пойманным подлещиком и этим упущенной возможностью рекордного, наверное, леща. Но вот дело в том, что пока ничего другого нету. Так, давайте вам проведем экскурсию. Вот там вот Вована, становище. Чем питается Вован? Давай посмотрим. Так, Вован питается червяками и опарышами, аж два пакета. То есть мне не дал опарыков, а сам пользуюсь здесь. Так, что-то это старый пакет, наверное, это новый. Ну-ка, сопру у него. Что у нас тут еще? Здесь у нас кухня. Ага, вор. Виталий, вор. У него два пакета, ясно? Один отжали. Это у нас кухня. Вот у нас шашлык есть. Сейчас будем готовить его на вот этой решетке. А, у Володи два пакета. Да, хитрый, да, да. Вор Володя, оказывается. Вот, здесь у нас на кухне греется чайник на спиртовке. Так, здесь у нас современный ребенок, который не видит ничего. А, он просто, чтобы лучше наблюдать воду и кайфовать, отвернулся от нее. Вот. Да, Димой? Смотри. Вот, что-то там. Так, это я. Все, всем привет, мы живые. Рыбалка пока не удается такая, что прямо вау. Но все равно неплохо. О, Вова на пакет улетает. Пойду подниму. Так, мы за экологию. Пакеты никуда не улетайте. Это не наш. Потом берем чужой тоже. Че, поклевка? У тебя. У меня поклевка? Да. Или ты пнул сейчас только что? У тебя. Любопытно. Как бы я пнул, если я здесь проходил? Ну, потому что ты такой человек. Поклевыч. О, есть, 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 ага. Долбит, долбит. Ну, Леня научилась рыбачить. Пацак. Я уже за пацаком. Все, вот Леня. Пацак готов. Человек-рыбак. Человек-рыбак настоящий. Возле берега, помнишь, послабее? Там помедленнее начинаешь крутить. Есть, есть. Ух ты, упасть бы еще самому. Помедленнее. Есть.
Калоши. Ну, Леонидус. Ты вот точно в детстве да. говна много ел. Удачливый такой. Ну это видите какой это огромный лещада. Сейчас, подожди. Давай мы его сейчас взвесим. Опа. Ох, какой сильный. Те весы далеко? Ага. Так, и это 635 грамм. Вот так наш кормилец ловит, а мы пока что не можем раздуплиться. Ну все, Лень. Только подсак кто-нибудь поднимите. Сейчас. Я сейчас запутаюсь, чувак. Здравствуйте, товарищи! Короче, поймали две рыбки, и на этом все. Пока! В принципе, господа, краткая сестра таланта. Димка все уже сказал. Действительно, попались нам два подлещика. И попались только Лене, и вообще клевало только ему. Вот такая рыбалка, разгадать тайну. Место не получилось, получается, поклевки были рандомно у Лени, но он считает, что он четко знает почему, поэтому будем считать, что сенсей нас обучит за кадром. Ну а на этом действительно давайте все, я уезжаю обратно в Ханты-Мансийск и покажу настоящую рыбалку. Все, всем пока! Что тут происходит? Ты не сломай давай, блин! Это называется, человек редко перезакидывает, и в итоге все залипло в ил. Дим, что там, клевало? Не надо, не снимай. Не, что там, клевало, слушай? Да, клевало. А ну-ка, сними. А ну-ка, может быть, поклевка напоследок. Так. Не надо, ты ничего не сделаешь. Что там происходит дальше? Короче, походу, Вовка оставил здесь его. Ничего нету. Что ты топором будешь рубить? Давай, кого-то. Вовка, ты что делаешь? Господи, что происходит-то? После за кадром уже. Вовка, поднимись выше, он туда на бугор. Вовка, залезь выше. А зачем ему топор? Да я не пол, топором, видимо, рубить все хотел. Жесть, короче. Ну все, Лёнь, давай ты хоть скажи всем пока. Ладно, всем пока.